Уважаемые радиослушатели, сегодня мы повторяем воскресную передачу «С добрым утром». И помнишь, мы раньше друг другу писали и в ящик почтовый коверты бросали, неделями ждали ответ рукописный и вновь отправляли бумажные письма. Ты помнишь, мы раньше друг другу звонили и на телеграф выходные ходили, болтали в кабинках стеклянных и тесных, делились горой новостей интересных. Все было так просто, все было так важно, куда же все это исчезло однажды? Мы все изменились, чужими вдруг стали, общаться друг с другом совсем перестали. Ты помнишь, как числились мы в картотеке читального зала библиотеки, ходили в музеи, театры, кино, с азартом играли в лото, домино. Ты помнишь, мы раньше сверялись часами, в назначенном месте встречались с друзьями, из местных газет вырезали заметки, дарили рецепты любимой соседке. Все было так просто, все было так важно, куда же все это исчезло однажды? Мы все изменились, чужими вдруг стали, общаться друг с другом совсем перестали. Пора это все прекратить, самим измениться и мир изменить, открыть в себе то, что не знает цены. Не просто ведь нам души даны. Быть может, пора это все прекратить, самим измениться и мир изменить, открыть в себе то, что не знает цены. Не просто ведь нам души даны, ведь нам души даны.